Компания «Axelot» предлагает вашему вниманию очередной фильм о проекте комплексной автоматизации современного складского комплекса в Московской области, позволивший существенно увеличить его производительность. Компания «Феникс Контакт» — крупный поставщик электрооборудования на российский рынок, входящий в немецкий концерн «Феникс Контакт Групп», мировой лидер в разработке и производстве электротехнических компонентов и систем промышленной автоматизации. В августе 2016 года компания «Axelot» провела на российском складе «Феникс Контакт» автоматизацию и интеграцию всех технологических процессов. Решить стоящие перед российским представительством задачи помогла система 1С ВМС-логистика управления складом, разработанная компанией «Axelot». Необходимость поменять систему была вызвана недостаточно высокой скоростью выполнения операций и отсутствием таких важных функций, как учет срока годности и серийных номеров товара, управление складскими процессами в онлайн-режиме, предоставление информации в электронном виде, а также многих других возможностей, присущих современному складскому комплексу. Мы автоматизировали все процессы, которые у нас есть на складе, начиная от момента приемки входящей поставки, раскладки по местам хранения, отбора комплектации. В рамках проекта ВМС-систему интегрировали с веб-сервисом транспортной компании. Это позволяет нам полностью отказаться от необходимости заполнения бумажной формы транспортных накладных, оптимизировать процесс отгрузки и достичь максимальной прозрачности информационных процессов. Автоматизация позволила почти вдвое увеличить пропускную способность склада, улучшить уровень сервиса, оказываемый компанией, и практически исключить пересорт товара. Реализованная в ВМС-системе функция весового контроля при упаковке заказов обеспечивает дополнительную проверку корректности сборки заказа. На складе установлена автоматическая система лифтового типа Cardex Shuttle, предназначенная для высокоплотного хранения товара. Система состоит из двух модулей. Поддоны с ячейками автоматически доставляются к окну доступа по принципу «товар к человеку». Отбор проходит при помощи стола комплектации и технологии «Put to Line». Таким образом, оператор одновременно может собирать до 10 заказов. Цветовыми модулями КБС, система Cardex Shuttle. Все это работает под единым управлением одной единой системы, что позволяет нам достичь максимальной скорости комплектации, одновременно позволяет обеспечить достаточно высокую плотность хранения на ограниченном пространстве склада. Интеграция 1С ВМС с корпоративной информационной системой компании была произведена посредством решения Axelot Datarion ESB. Этот продукт обеспечивает стабильность и полноту информационного обмена между различными системами и связывает их взаимодействие в единой точке, что значительно повышает общую производительность информационного контура компании. В результате автоматизации руководство склада получило возможность управлять всеми информационными системами в режиме реального времени. С момента начала первой встречи со специалистами компании «Axelot» до пилотного запуска системы прошло 8 месяцев. Сроки достаточно сжатые, с учетом тех задач, которые стояли перед специалистами компании «Axelot». В целом, я считаю, что тот результат, который был достигнут, это более чем положительно. Все поставленные руководством «Феникс Контакт» цели были достигнуты. 1С ВМС обеспечивает рациональное управление складскими процессами. Скорость обработки заказов повысилась вдвое, а процент рекламации брака сведен к минимуму. Возможности 1С ВМС позволяют настроить ее под самые сложные современные складские операции, легко интегрировать с другими информационными системами. Таким образом, автоматизация, проведенная специалистами компании «Axelot», помогла компании «Феникс Контакт» выйти на новый уровень взаимодействия с клиентами и получить преимущество перед конкурентами.